На кольце автовокзала в Иванове начался третий этап ремонтных работ из четырех. Теперь реконструкции тепловых сетей ведут со стороны проспекта Строителей. Специалисты городских тепловых сетей обещают закончить здесь все работы примерно через две недели, если, конечно, не возникнут какие-либо непредвиденные сложности. Пока автомобилистам следует запастись терпением или продумывать варианты объезда. Движение сейчас временно ограничено. Что касается предыдущего этапа работ на кольце со стороны улицы Станкостроителей, то все прошло в плановом режиме. Не помешали даже проливные дожди. Энергетики заменили более 70 метров тепловых сетей на внутренней полосе перекрестка со стороны улицы Станкостроителей и внутри самого кольца, а также отремонтировали канал, по которому проходят трубы. Третий этап, он сильно не отличается от предыдущих. Мы большую часть кольца, вот как вы видите здесь, уже прошли, трубы поменяли и выходим как раз вот на ту сторону, где у нас начинается асфальт. По нему вскрытие мы уже произвели, и где-то вот в течение этой рабочей, я думаю, рабочей недели по асфальту мы там должны закончить. Но начинается следом четвертый этап, где мы опять скрываем оставшуюся последнюю часть асфальта и уходим уже в сторону Строителей.